Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен вице-спикер Государственной Думы, глава фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Об этом говорится в сообщении Кремля. На встрече с Васильевым Путин отметил, цитирую: «Владимир Абдулиевич, вы знаете, что когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе. Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота, которая очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут». Я представляю, насколько непростая задача предстоит. Но я сделаю все с тем, чтобы вы не пожалели об этом. И самое главное, чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше. Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Отметим, что Васильев – генерал-полковник милиции в отставке. Также ранее был заместителем секретаря Совета безопасности.